гонщики, и парашютисты, и так далее. Ты не знаешь, что у тебя завтра будет. Ты не можешь на 100% быть уверен, что у тебя откроется парашют, или ты не врежешься в какой-нибудь столб на большой скорости. Так же и здесь. Артуру понадобился месяц, чтобы преодолеть страх, появившийся после травмы, а его жене год, чтобы перестать бояться за мужа. Они познакомились в компании общих друзей. О том, чем занимается Артур, девушке почему-то никто не сказал. А сам Багдасаров все тщательно скрывал. Я не знала, кто такой Артур Багдасаров. Мне он представился банкиром. То есть я человек, сотрудник банка. А когда она увидела его в окружении тигров, чуть с ума не сошла. Потом он мне говорит, пойдем сходим в цирк. Я говорю, пойдем. Артур меня провел между клетками с тиграми. Я почему-то думал, что я приду, там, ага, будет восхищение. Был какой-то непонятный. Я была шокирована, честно говоря. Потом он рассказал ей про шрамы и нападение Цезаря. А когда увидел полные слез глаза девушки, понял, что переборщил. В тот день она поставила Артуру. Здрасте, приехали. Как они, что мы должны собрать сейчас и заниматься туда деньги? Я переживала, потому что никто не гарантирует повтор. То есть именно поэтому я не люблю ходить на его представления. Я начинаю думать о негативном, о плохом. Для Артура потерять профессию все равно, что руку отрезать. На какое-то время... Долгое время не общались, но в итоге любовь победила. Ну нет, она у нас не смотрит вообще программу. Так же, как и мама наша. Там чего все равно знаем. Да, в больнице. Слышно? Дома брюсовые лица. Почему тигр, которого...